Маленький щеночек показал язык проблемам. Самый позитивный символизм. Новости по последнему щенку из домашнего мини-приюта собаки Семашка. Малыш понемногу приходит в себя, и понемногу можно сделать хоть еще и осторожные, но уже благоприятные прогнозы. Набрал за эти дни более 300 грамм веса, что неудивительно. Кушает парень, только успевай бутылочки ему менять. Судя по стулу, который, к слову, появился только почти сутки, если не больше, как он попал к волонтеру Марине Абельдяевой. Ребенок долгое время голодал, сейчас же наверстывает упущенное, кажется, активничает, что очень радует хозяйку. Конечно, ему не хватает тепла и заботы настоящей мамы, но волонтер как может пытается заменить ее. А сегодня подошла к этому комочку счастья и говорю ему: «Ты счастливый, ты ведь выживешь, правда?» А в ответ вижу этот маленький высунутый язычок. Смотрю на эту мордашку, и кажется, будто он показывает язык всем своим проблемам, всем несчастьям, что обрушились на него уже с первых дней жизни. Это так символично. Буду считать это как знак того, что он готов бороться, как его желание выздороветь и, главное, выжить, рассказывает хозяйка приюта. Будем хвататься и за этот маленький островок оптимизма. Все просто обязано быть хорошо. Друзья, хочу выразить всем огромную благодарность за вашу поддержку в эти тяжелые дни для нас. Столько добрых слов я услышала, столько пожеланий. Очень приятно осознавать, что ты не одна перед лицом всех этих проблем. Спасибо вам, говорит женщина, всем друзьям ее приюта.